Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Игровой Автомат. И, ребята, сегодня у нас вторая часть, где мы будем играть в игру Brawl Stars на джойстике. Да, вот на этом джойстике вы его все прекрасно видите, вот он. Как я обещал, если вы наберете 15 лайков под первой частью, то я сделаю вторую часть. Вы набрали целых 18 лайков, спасибо вам огромное. Сегодня мы снова поиграем в Brawl Stars на джойстике, только уже не в столкновение и не за тех же самых персонажей, а поиграем в новенькие режимы. Вот видите, у нас тут бой с боссом, захват кристаллов, Brawl Ball, ограбление. Поиграем в какие-нибудь из них. Так что, ребят, если вы соберете под этим роликом, не знаю, давайте в этот раз не буду сильно наглеть и попрошу с вас 16 лайков. Если 16 лайков вы осилите, то сделаю третью часть по прохождению, ну хотя в Бравле нет сюжета. Ну, поиграем в Brawl Stars в третьей части, то есть на джойстике, да. Не понял, что я сейчас сказал, но окей. В Brawl Ball поиграть. Все, так, так, карта. Попробуем, кстати, сделать стрикшоты. Застрикшотить в Brawl Ball на джойстике. Интересно, сам не знаю, что из этого выйдет. Давайте возьмем какого-нибудь танка желательно, у которого здоровья побольше будет. Давайте Дэрила. Вкачаем пока что, я мышкой доделаю, я знаю, я просто не знаю, как делать джойстиком. Так, все, погнали в бой. Вот, все, мышку отложил и джойстик. Играем на джойстике. Затрикшотить на джойстике. Да вы серьезно, пацаны? Нужно застрикшотить. Стрикшотим. Стрикшот! Вот Артём. Тёмыч, ты... Чего? Тёмыч, ты охренел? Пойдемте что ли, в гемы? В гемы забо. Почему бы и нет? Ха. Крутой ник. Люблю такие ники. Вот. Один FPTP и 4U. Кажахмет. Чокнутая сука! Опять же, ульту кидать плохо, что я уже говорил в предыдущей серии. Ну, сдохните, а. Ну, пожалуйста, ну, кто-нибудь. Вот так. Ну, забыл, как бы играть вообще было изи. То есть я ни разу даже не сдох, по-моему. Так, и давайте последний режим ограбления. В ограбление... Вот знаете, я бы взял Джеки, но за Джеки тут как бы вообще изи играть. Так что Джеки я брать не буду. Дайте стрелка. Хотя нет, давайте за Барле. Погоди. Вот. За Барле. Да, карта со стенками, так что... Найс. Невозможно. Это невозможно. Еще и с такими лагами играть. Против нас жмых опять. Деспасито. Ну это вен, это можно крутиться бесконечное количество да. Что я сейчас сказал, я не понял. Ну ладно, забейте. Это победа, это изи вен, вообще даже не вспотел. На сегодня все. С вами был я, Игровой Автомат. Сегодня мы снова поиграли в Brawl Stars на джойстике. Поиграли вот в эту замечательную игру Brawl Stars. И напишите в комментах, зашел ли вам ролик или нет. Но. На сегодня все. Давайте соберем под этим роликом 16 лайков. Если вы соберете это количество лайков, то я обязательно поиграю еще в Brawl Stars. Уже третья часть будет на джойстике. Так что не ленись, поставь лайк. Подпишись на мой канал, если, конечно, ты этого хочешь, если ты впервые на моем канале. Можешь нажать на колокольчик, чтобы ты знал, когда выходят новые видосики, если, конечно, тебе интересно. А выходят они каждый день, так что каждый день я радую тебя новым контентом, так что... Обязательно подписывайся, у меня крутой канал. Ладно, на сегодня все, с вами был я, Игровой Автомат. Опять прощаюсь второй раз, это у меня традиция в каждом ролике прощаться по 2-3 раза. Всем удачи и всем пока-пока.